преддверии Дня работников леса в Кондопожском районе высадили 6 тысяч саженцев ели европейской. Посадка молодых деревьев организована Министерством природы в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» по нацпроекту «Экология». В сегодняшней посадке ели на территории Березовского лесничества принял участие и глава республики. Всего в рамках акции в Карелии планируют высадить более 20 тысяч разных деревьев. Это не только ели, но и лиственницы, сосны и клены.